плохо, им батька плохий. Вот, для дядя бы на Украине подлетели эти бомбы, было бы хорошо бы. Ой, ой, текайте, ты там жуй, слухай, ну что, там... Идите, бомбы летят, голодные, посмотрите, как вы одеты. Вы обуты, голодные, что ли? Скажите, вы за Александра Григорьевича будете голосовать? За Лукашенко я буду голосовать. Не провоцируйте. Что, что-то вы делаете? Чего вы сюда поприходили? Голодные, босс, посмотрите, как одеты. Кто голодный? Кто хочет робить, то робит. Чего вы стоите? Вон идите жито это собирать. Да полоть! Они стоят тут по два часа. Работу надо робить, а не стоять. Конечно! Что это за работа? Яйца, в лес идите, ягоды собирайте. Сейчас, да, чернику, да, грибы собирайте. А то поставили на площадь. Вообще не знаю, что за мировидку. Это ужас как. Он едет у метро, старым места не можете уступить. Уже поназначали за сидение, а вы пришли на площадь. Бессовестные. Друзья, прямо уже поднимай, молодежь. Прихожу к метро, и он все, глаза наплюшил, наушники одел и сидит. Кто это так делает? И они вышли на площадь. Им хорошую жизнь давайте, образование дали. Бессовестные. Молчили всех, а вы видите, что делаете? Научили, обучили, а права отобрали. Батька им платит. Если б другие будут к неизвестно, летали в бомбу. Конечно, хорошая политика. И неизвестно, что было, как у Лукашенко. Бессовестная молодежь. Так это меньше, чем 3%, я смотрю. Конечно, бессовестная. 0,5. И уходите отсюда, ерундой не занимайтесь. О, перед костелом, перед святым. Вы вообще подурнели! Вы эти наушники подевали, вы уже сдурели от запада этого, от всего! Женщина, идите! Идите, потому что ерундой хай не занимаюсь! Вы не занимаетесь! Надо, вы человек свободный! Ну хай свободный, я вам... Зайдешь в метро, стоит старый человек!